Передвигай. Изучаю. В вашем костюме нечего. Я узнал закладку. Ремонт завершен.
усталость. Ничего смертельного. Стойте спокойно. Это займет... Пониженная гравитация. Морган, я добралась до вашего кабинета. Не была здесь с тех самых пор. Я считаю, пора обсудить ваше состояние, главный инженер Ильюшина. Какого черта? Морган, это... Я Январь, персональный оператор Моргана Ю. Кто-то страшно любит собственный голос. Хорошо, Январь. Это терминал доктора Ю? И фабрикатор? Морган, поднимайтесь сюда, когда сможете. Директор Ильюшина, пожалуйста, не... Семья Ю натворила много бед на Земле. Теперь они играют со звездами и не боятся сгореть. Интересно, зачем вы впустили нас в зал и заставили смотреть на горизонт? Острый, режущий, голодный. Вы окружаете себя машинами, вещами. Они вас не спасут. Вас они тоже сожрут. А когда они сожрут вас, может, я возьму ваш костюм, стану МЮ и попаду в шаттл?
Похоже на нежность.
Приближается оператор. Изучаю. В вашем костюме течь. Я установил закладку. Ремонт завершен. Дайте дорогу.
Назначен сеанс. Диагностируем. У вас радиационное поражение. Рекомендую срочное врачебное вмешательство. Я скоро поставлю вас на ноги. Готово. Заполнить анкету можно на стойке администратора. Ой.
Добро пожаловать. Чем я могу помочь?
Приближается оператор. Изучаю. Ваш костюм немного изношен. Правда, ремонт завершен. Пониженная гравитация.
Изучаю. Ваш костюм немного изношен. Правда, ремонт завершен. Диагностируем легкие ранения. С этим справится и портативная.
порядок. Пожалуйста, заполните анкету для пациента, чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Yeah.